Привет, друзья! Привет, с вами Михаил Булавцев и Лилия Донского. И сегодня 21-й день видеомарафона, то есть за спиной 3 уже недели. Уже 3 недели, да, мы вместе с вами. И сегодня тема нашего урока – анализ и контроль своей деятельности. Как я это понимаю и применяю? Итак, друзья, если говорить об анализе и контроле, то в первую очередь нужно, конечно же, говорить о планах. Об этом мы говорили чуть ранее. Планы свои мы составляем в ежедневниках, а еще больше мы любим электронные таблички. Именно в табличках мы можем вписывать результаты своей работы, те цифры, благодаря которым мы как раз и ведем анализ и контроль своей деятельности. И вот когда мы делаем анализ, то есть мы смотрим, какие действия были эффективны и принесли желаемый результат, а какие были буквально выброшены на ветер время. Благодаря этому мы быстро меняемся и подстраиваемся под время. Дело в том, что мы работаем в интернете, и поэтому здесь все время нужно быть, как говорится, начеку. И мы очень открыты к обучению, к обмену опытом, и мы легко принимаем новое в свою жизнь. Да, сегодня, это наши фишки. Если вы сегодня не применили должным образом инструменты, то завтра они уже будут устаревшими. Ну да. Вот и все. Да, вот наши секреты. Наши секретики простые. Главное это план, анализ и быстро делать выводы. Все? Да. Всего доброго, спасибо за внимание, надеюсь, наш ролик вам был полезен. С вами были Лилия и Михаил. Пока-пока.